Знакомьтесь, это Семен Никифорович. Он с детства считал себя одаренной личностью, но позже выяснил, что настоящее озарение приходит к нему после приема особой озаряющей жидкости. И тогда, как заведено по старой советской традиции, он начал время от времени принимать ее с друзьями. Не просто так, конечно, а для понимания великой сути Вселенной и смысла бытия. Но вся беда в том, что он не умел вовремя остановиться. Вчера именно так и случилось. И хотя сейчас Семен Никифорович сладко спит, пока еще не зная о том, что ему... Впрочем, давайте не будем забегать вперед, а посмотрим, что будет дальше. Здравствуйте, Семен Никифорович. Не беспокойтесь. Я не галлюцинация, не плод вашего воображения. Всего лишь ангел. Попить бы. Ты кто? Я ангел. Ангел? Угу. Я что, уже умер? Нет. Пока еще нет. Впрочем, не могу порадовать тебя известием о долгой жизни. Нам можно являться лишь тем, кто скоро отправится в мир иной. Значит, я скоро умру? Да. Ну так и почему же я умру? Хочешь знать? Всех людей интересует, какая будет их смерть. Счастливые. Вы хотя бы способны умереть. Будешь переходить дорогу в нетрезвом виде. Тебя не заметит пьяный водитель. Да и хватит об этом. Не за этим я к тебе явился. А зачем ты сюда явился? Мне нужно кое-что передать в ад. Но не делай ты такое удивленное лицо. Именно туда ты попадешь после смерти. А мне идет, да? В общем, не думаю, что ты сможешь изменить хоть что-то за оставшееся время. Но не мог же ты всерьез рассчитывать на рай. В общем, слушай. Я ничего не понял. Да тебе и не нужно. Это древний язык. Господи. Кстати, не стоит упоминать его имя в суе. Он, знаете, этого... не очень любит. Да? Не любит? А кого стоит поминать, когда вокруг все так плохо? Скажи мне, почему все так устроено в мире? Ну там, нищета, голод, пьянь. Короче, плохо все. Открою тебе маленькую тайну. Все вокруг игрушки в руках Бога. Но они ему быстро надоедают. Создание Вселенной – весьма забавный способ скоротать время. Я бы даже сказал, увлекательная игра, не правда ли?
Игра? Да, именно. Поиграл, потом бросил, а мы теперь присматриваем за вами. Что вы еще делаете? Ничего. У нас только одно предназначение. И знаешь что? Поначалу это было очень весело. Правда, весело. А потом это все ужасно наскучило. Ангелы стали ненавидеть людей. Завидовать им. Даже убивать. Но зачем? Зачем? От скуки, наверное. Нам, ангелам, больше нечем заняться. У вас, у людей, хотя бы есть выбор. Какой? Умереть или... Или? Или жить дальше. И вы можете убить всех на земле? Да. Но просто это лишено всякого смысла. Никто ведь не станет ломать свою единственную, пусть и надоевшую игрушку. Ладно. Мне пора. Спи. А Семен Никифорович лег спать дальше, еще не зная о том, что он забудет этот разговор, и что совсем скоро ему предстоит попасть под машину. Но ведь ангел тоже не знает о том, что у каждого есть шанс изменить свою жизнь, не правда ли? И у нашего героя тоже он есть, пусть и крошечный. Ведь судьба — штука сложная и непостоянная. Просто обычно нам лень ее менять.